Господи, как мимолетно время и люди тоже. В наши времена у женщин грудь была красивее и полней, а у мужчин сердце было там, где нужно, и прочее тоже. А каковы были король Анри и его приятель герцог Луи? Правда, мне лично они не представились, но я на них за это не в обиде.